В совещании приняли участие представители Росатома, МИФИ, а также фонда Сколково. Глава региона подробно остановился на самых ключевых проблемных вопросах, которые сейчас решает областное правительство. В том числе строительство новых дорог от Димитровграда до международных аэропортов Самары и Ульяновска. Я недавно встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, достаточно долго ему, на мой взгляд, в полном объеме рассказал о том, как строится ядерно-инновационный центр при огромной поддержке Росатома, самого коллектива НИАР, и попросил его поддержки уже на следующий год с выделением там 1 300 000 000 рублей для начала строительства полноценной четырехполосной дороги. Эта трасса соединит наш город с Ульяновском. Создание ядерно-инновационного кластера требует притока квалифицированных кадров, а для них необходимо жилье. Земельный участок в полном объеме сформирован. У нас есть понимание, какое жилье можно построить, в каких объемах. Это будет и эконом-класса, и комфортное жилье. То есть в полном объеме для всех будущих ученых, специалистов. Губернатор также говорил о необходимости улучшения уровня городской среды, успешном поиске новых инвесторов для градообразующего предприятия ДААЗа, о формировании системы подготовки кадров. Все это важные составляющие по реализации масштабного проекта. Арина Макарова, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.